Это программа «Мой район». И сегодня мы говорим о настоящем и будущем парка Яуза на северо-востоке столицы. У нас в студии заслуженный артист Российской Федерации Владимир Пресняков, член клуба любителей бега Кира Барановская и тренер по йоге Анна Рагульская. Кира, Владимир, Анна, добрый день. Добрый Владимир день, Владимир. Я так понимаю, что вы один из старейших жителей Яуза, этого района. С 83-го года, 1983-го года, там постоянно, и никуда не хочется переезжать. В парке доводится гулять? Ну, конечно. Нет, как конечно, а фанаты не донимают автографами? Да нет. Там, вот ну, это... узнают, вежливо здороваются, тем более там тоже соседи, правда... Вот какие-то выходные дни наблюдается, что очень многие из центра города туда едут. Приезжают, да? Да, и, видимо, так там хорошо им. Когда мы стали там жить, то там было нечто вроде какой-то помойки. Вот из Яузы торчали какие-то ржавые сетки от кроватей. Неромантично. Вот. Там было очень много людей без определенного жительства. Вот. И костры какие-то горели. И, в общем-то, там на Яузу ходить, в общем, особого желания не было. Из-за этого. Ну, за это время просто какое-то счастье. Я туда хожу постоянно. Вот, вижу людей, которые там с палочками идут, шведская ходьба, пролетает мимо на велосипедах, там как-то так параллельно очень красиво сделано. Люди идут, и рядом для велосипедистов. И есть куда зайти, есть где посидеть, даже полежать, так лежачки какие-то такие есть для любителей. На песке волейбола даже насыпан песочек, сеточка. А вы как там вообще прогуливаетесь, соло или с кем-нибудь? Ну, иногда, родственников? Иногда с моей женой. О, вижу ее, которая прильнула ко мне. И чаще всего один. Вот, не спеша иду. У меня есть даже маршруты определенные, которые иногда я так меняю. Вот, иду, прогуливаюсь, хорошие мысли приходят в голову. Вот, что-нибудь сочиняется? Да, да, я именно про эти мысли и говорю. Вот, ну, такая хорошая светлая лирика. Дошло до того, что я даже сочинил песню. Да, про парк Яуза. Ну, как-то туда, послушаем обязательно как-то, сегодня. Как-то туда заезжал председатель городской думы Алексей Валерьевич Шапошников. И как-то вот мне сказал, вот, говорит, вот может сыграйте на саксофоне, вот плыла, качалась лодочка, обработку какую-нибудь. Я говорю, да может быть лучше вообще песню написать. И вот парк Яуза такая есть песня. То есть у парка есть свой гимн? Спели «Самоцветы». О! Горжусь. А с внуками не доводилось там? Доводилось. Там есть какие-нибудь детские площадки, что-нибудь такое? Полным-полно. Там они могут летать вообще по воздуху. И какие-то аттракционы для них очень много. Есть концертная, большая концертная площадка.